Британское издание Daily Mail сегодня опубликовало большую статью о том, что Владимир Путин стал обладателем виллы в Испании и планирует выращивать на ней элитные сорта винограда. Покупка обустройства особняка, как утверждает издание, обошлось российскому президенту в 15 миллионов фунтов стерлингов. Ну вот, хотелось бы от вас узнать, так это или не так? Нет, это не так, это не оригинальная шутка. Это не шутка? Нет, это не оригинальная шутка и не оригинальная клюква. А почему это не так-то? Почему не может российский президент купить виллу в Испании? Я не знаю, почему он не может, но это не так. Это не соответствует действительности. Ну, не через резидентов, никак, да? То есть вообще не Владимир Владимирович... Вы мне задаете вопрос, я вам отвечаю на вопрос. Скажите, пожалуйста, почему они могли такую публиковать статью? Зачем им это нужно? Ну, видимо, чтобы дискредитировать себя как солидное издание. Такое самобичевание. Ну, я не думаю, что журналисты, не имея оснований на то, будут такое писать. Наверняка у них есть какие-то данные. Понимаете, журналисты, как к сожалению, в последнее время не проявляют себя с лучшей стороны и, к сожалению, не демонстрируют высоких профессиональных качеств. Когда они пишут о президенте, скорее демонстрируют самые негативные качества, которые могут нести себе журналисты, не обладающие высоким профессионализмом.